Всем привет! Этот желтый бабушкин свитер — это Олег. А меня зовут Даша. Всем Слушай, привет. Ты классный. Тебе нравится, да? Ты вообще опасный. А опасность? Совсем опасный. Слушай. А вот, кстати, подожди, прости, я тебя перебила. Мне стало интересно, у нас же персы сейчас одеты. Почему они не согреты? Согреты? Ну, нет, ты в шапочке, но ты же изначально твой перс. Где-то в шапочку, в желтый бабушкин свитер. А я не знаю, видимо, скин не греет нихера. Смотри, можно пойти в этот Доусон Airstrip, либо на Уайтхорсе, ты знаешь, там убивают налево и направо. Доусон. Давай сходим туда, да. Да, пошли в аэропорт посмотрим. Это по-прежнему Юкон. Да. Это по-прежнему тот же сервер. Но когда согрелся, уже как-то проще жить. Ты знаешь, что тут ты не умираешь. Уже. Тут да. Уже день, наконец-то. И потому что я пока бежала... Господи, сейчас покажу ребятам, откуда я бежала. Я бежала чуть-чуть правее от Уайтхорса я была. И вот пока вот я сюда прибежала, у меня 50% жизни упало. А как переключать вид? Не помнишь? Аж. Господи, я как строитель. Напоминает какой-то копатель онлайн, серьезно. Спасибо. Только не смей меня так называть. Да, Даша в копателе. Джарри Рейн ин копатель онлайн. Нет, там не копатель, там этот диггер, по-моему, онлайн. Диггер онлайн, да. Да, они будут называть копатель. Копатель а онлайн. А ты играешь копатель? Слушай, я так забавно бью от третьего Слушай, лица. Слушай, там вот вопрос сейчас. А, мы тут умерли. Тут я умирал. Я предлагаю, может, зомби немножко? Зомби. Может, зомби что-то поделаем? Давай. Я просто предлагаю их поубивать, потому что они дадут нам скиллы, а если там, не дадут нам... Там были бензопилы. Вот бензопилы — это классная тема. Помнишь, ты всегда бегал с бензопилой? Я видела бензопилы, просто тьму бензо... Бензопил. Хоя! У каждого... Олеж, можно у каждого будет свой? Он в шапочке, смотри, как гопничек. Ах ты ублюдок. О, мне что-то выкакал. О, а я нашла этот хаммер. Смотри, хопля, хопля. Падай, хуяблик. Во, отлично, смотри, как он завалился. Так, ты своего убил, я этого. Ну, не... Ты берешь его. Я его взяла. Бей его давай. Вот так что вот. Что ты мне веревку? Хопочки, хопа. Что мне с этой веревкой делать? Твою. Не знаю. Ну, я бы сказал, конечно, если бы тебе еще мыло было. Может, было бы зомби повесить. Так, смотри, вон там еще есть. У него, кстати, эти нейлзы выпали. Да, я видел гвозди. Но они мне нахрен не упали. Я убью еще вот этого. Смотри, заклеймили. А то ублюдки хитрожопые. Ну, а ты как думал? Ладно. Чё, прям ветер такой на улице. Тут они все одеваются в какие-то бабушкины. Слушай, 4 удара. У меня погода прям как в игре сейчас. Жесть просто какая. Тебе тоже дождь идет? О, еще штанишки. Клосс. Слушай, я, наверное, сейчас порву то, что я нашла. А я не могу. Лопатку возьми и херач. Ты меня пугаешь своей... Просто лопатку возьми. Так, сейчас я хочу... Бери лопатку. Дожди-ка. Я хочу перемотаться. Лопатку возьми. Лопатку. О. И что мне делать с лопатой? Херач всех лопатой. Ты меня пугаешь своей агрессией. Смотри, я что-то взял, что-то очень агрессивное и новомодное. Ты так забавно покрутился. Смотри, что я могу сделать. А ну. Я тебе вот так софиты по хопа. А? Как тебе такой расклад? Нет, это не... Чего вы не работаете? Потому что у тебя нет генератора. Твою мать. Так. Злая обломала. А тут что-то есть? Что это? Ничего. Тихо. Опять веревка. У меня жизни-то меньше. А чего? Может, 89 у меня уже. Коцнул, может, тебе кто-то? Может быть, кстати, да. А снежинки у тебя нет? Нет. Зомби примерно 10% отнимают, учти. Я предлагаю, знаешь, куда пойти? Я предлагаю... Off-limits? А что такое off-limits? Слушай, может, посмотрим, что такое off-limits? Это где? Ну, вон слева, в углу. Вот, это Quill Creek, там... А, off-limits, давай. Я не знаю, что это. Долгая дорога на off-limits будет у нас. Попробуем, потому что мы туда не дойдем без какого-либо снаряжения. Слушай, да, по-моему, немножко все-таки здоровье падает. В любом случае. То есть твоя шапочка не прошла? Не прошла. Ну как, нет, прошла. То есть меня коцнули, видимо. Но у меня было только что 48, я перемоталась, уже 46. Что у меня вообще есть? Ты теряешь что-то лишнее, да, Жулька? Вайер, клоус. Подожди, у меня еще есть клоус, я хочу сделать... О, я еще могу сделать. Не надо мне только топором, пожалуйста. Да, Жуль, стать посреди
Как бы, наверное, опасная. Опасная. Лось! Лошадка! А, это лосяш. Какая лошадка? Подожди, это лось, нет, это, по-моему, пингвин. Нет, это кто? Это барсук? Подожди, это где было у нас? Мисс Крейтеди? Это шишки, это перья, это говно. Лосяш, смотри, какой лосяш. Не надо его бить. У них там нормально, да, что лось? Это ж национальные у них ребята. Ну да, живут. Национальные ребята. Лосяш! Он аж подпрыгнул. Нет, я понимаю, что от Брейна все подпрыгивают так, но не так же сильно. Да что, дров тебе напилить? Слышь, дерево запили мне. Слышь, дровишек напилить. Так, Али же, мы собирались куда-то идти. Да, я знаю, знаю. А, ой, как сколько нам идти. Мне кажется, может, что-то есть по пути, пока есть будем идти? Есть простое, понятное слово. Не идти, а пиздюхакать. Ну, это идти, но как-то немножко в припрыжку иногда скучно, иногда даже весело. То есть с Брейном вы узнаете много новых слов. Я боюсь, я его не повторю. Это твое слово. Ну, попиздюхакали, это значит пошли. Это нормально. А? Я думал, ты знаешь это. Это нормальное слово. К сожалению, я еще не весь твой лексикон выучила. Ты хотела сказать лунтик? Я не лунтик. Какой лунтик? Ты о чем? Я говорю лексикон. Ты хотела сказать лунтик. Я слышал. Пара-па-па-пара-па-па. Не, мистера Пропера сюда вызывать вообще не нужно. О, подожди, а что это? Самолет. Я бы сказал, но у меня... Ну, что? Самолет упавший. Упавший самолет? Может, это как в сериале пропавшие, я помню. Lost. Это озвучка. Ага, вон есть ребятки. Слушай, Илюха, да. Слушай, давай, пошли ребята коцнем. Давай, давай, давай. О, смотри, монтировка. Возьмешь монтировку? Подожди, подожди, подожди. Хочу. Может, лучше. Алеш, только этот мой. Давай кого-то лупишь. Хорошо, вот этот... хорошо, хорошо. Кого ты лупишь? Опять лопата выпала. Кто зомби лупит, тот, говорится, его и лутает. Блять, он ударил меня, мудак. Еще я нашла одежду. Текс. Еще а что? Потрохуна. Тебе сделать? Кого? Чай, Олежа? Кофе, капучино. А, ты его бьешь? Я думала, может, тебе эти регги сделать? 40% осталось. Иди сюда, я тебе дам этот. Давай, да сделай мне эти бинты быстро. Так вот, я тебе сделала бинт, иди сюда. Ой, твоя вежливость, на. Спасибо большое. О, как ты классно его показал, так, знаешь, как наперсточек. Так, сейчас. Так, а я хочу, вот я попробую с монтировкой походить. Если Олежек себя перебинтует. Тебе шапочка надо? 4%. Да нет, не надо. 4% всего, да шуленцы. Ну, так дай мне одежду, разденься. I need you help, help, ёпты. Herb? Знаешь, как говорят? Herb. Herb. Так, ну что, куда нам надо было? Куда мы шли? А мы шли с тобой в сторону какой-то вот хрень. Вот туда нам надо. Там пошли. Была какая-то фигня, чтобы найти эту фигню, надо было преодолеть Олеж, одну большую хрень. Идем. Я объясняю понятным языком. Подожди, пока ты там ля-ля-ля, я хочу скиллы, может, свои качнуть. У тебя, кстати, нечего качать? Слышь, Олежа, пошли скиллы качнем. Что, а где скиллы? А, вижу. Я кардио качнула. Скиллап. У меня есть 19. У меня 12 было, я кардио так, качнула. Же, кардио? Ну, это ж стамина и вообще выносливость. Кардио — это хорошо. Идет хорошо. Смотри, то есть получается здесь очень... Вот видишь, мы сейчас бежим по месту, где, в принципе, нет ничего. Может, мы тут что-то найдем? В этом месте есть мы с тобой. Есть деревья, есть снег, есть лосяш, есть земля, гвозди рассыпаны. Как это нет ничего? Это не гвозди. А кто это, по-твоему? Ну, вообще-то это камни. А, это камни. Слушай, а там что-то справа есть, какой-то постой. Я видела, но я боюсь, что это наша... Вот это лейк, да, Quill Creek Lake. Да, кстати. Это что сейчас было? Это я проехала в себя. Ты себе отморозила что-то, что изображать стало вот это... Мозжечок. Мозжечок? Мозжечок, который отвечает за рефлекторное движение. Мозжечок, нет, три извилины скорее даже. А мозжечки тоже есть извилины. Подожди, это же не крик этот. Подожди, это еще какое-то строение. Это мозг маленького человека. Лилюк, нет, да? Мозг. У тебя тоже есть мозжечок. И у меня есть мозжечок. Ты сейчас вот взяла и оскорбила меня, не поняла сама, что сделала. Понимаешь? Ничего. Ну что, зайдем сюда, заглянем? Чё-то мне сыкотно, бояра, не понимаешь? Мне тоже немножко. Причем тут двухэтажное здание. Причем двухэтажно сыкотно сразу, да, стало? Ну, я вижу зомби, то есть если здесь есть зомби, значит, тут нет людей. Учти, мне надо бить их чем-то эпичным, у меня только... А, ну, я могу... А, этой монтировкой хорошо их лупасишь? Давай лупась. Не подпускай, не подпускай его, не подпускай. Слушай, ты подсказыватель. Чё не у них выпадают одни верёвки? Чё ты такой борзый, объясни, пожалуйста. Так, что это? Со, я пилу нашла. Тебе дать пилу? Сусо, мать его. Олежа? А. У меня две пилы. Давай. Кто рычит? Кстати. А где пила? На. Шулин, своего. На. Ого.
Го, Олежа, го. Олежа, го. Го, го, Олежа, го. Смотри, сзади нашуль. Я пошутил, я показался. Я думал, я принял... То есть меня он коцнул? Я принял за зомби тебя. Меня два раза коцнули. Так, давай, ты его убивай. Я зайду в дом, поищу одежду, что-нибудь. Давай, пожалуйста. Слушай, а дом-то крутой. Меня вот есть. Так, ты меня поохрани. Так, нет. Мы попали на лесопилку. Судя по тому, что я вижу, это лесопилка. Притом самая такая типичная. Идиот, какая-то она у меня. Он, она. Чего агрессируешь, а? Потому что она ничего не может. Лишь мне нужна твоя помощь. Я понимаю, но я должен сначала перебить зомби, чтобы потом ты не умерла внезапно. Так, мне надо быстренько сделать регги. Регги? Регги, у-у-у, тара-та-тара-тара. Ты хочешь, чтобы я сейчас умерла? Регги. Нет, мне же регги, ты же сказал спеть регги. Нет, я говорю, что мне нужен регг. А, тебе, твою мать. Я думал, тебе спеть надо. Нет, я хочу поесть. Поешь, поешь. Так, я домой бегу. Это ты в доме? Это ты бегаешь? Нет, только зашел домой. Лежа, где ты? Вот я. Я только зашел, что-то переживаю. Подожди, а ты здесь сюда не ходил, да? Нет. Клейм. Тут заклеймено все. Эйс клип. Тут дверь открыта, слушай, тут дверь поставили. Ты не хочешь ко мне? Так, подойти? Давай, давай, где ты? Здесь вижу. Пошли наверх. А издалека ты похожа на Брюса Уиллиса. Я же в строительной шапочке. Ну вот я говорю, что похожа на крепкого орешка. То есть я такая крепкая. Так, тут есть клей. Костер. О, клей можно пить. Значит, по многочисленным просьбам подписчиков, сейчас Брейн будет пить клей. Ты нашел себе клей? И я нашла. Давай, Машуль. Давай, на счет три, давай, да? Нет, давай на счет... Давай. Нам ну что, чокнемся? Давай, раз, давай, два, раз, два, три. Три, поехали. Склей себе желудок, чтобы жрать. Тебя штырит? Ты что такое? Ой, какой-то такой неотшёмный. Пошли отсюда, бом-бом-бом. Отсюда, клей, смотри. Жогли. Олеж, пошли лучше вниз, потому что, по-моему, все, попустил. Не говори мне, что делать, не скажу, куда тебе пойти. Олеженька, чудо мое, идем, пожалуйста. Мне... Подожди, у меня зеленое все, я как черепашка. По имени Наташа. Пашка, ты такая вся борзая. Выходи опа, через чая. Окно. О, слушай, очень здорово. А что мне дал клей, вот скажи еще мне, нахера я выпил клей? А ребята говорили, что он как-то вот просто тебя вставит в Metal Scrap. Просто вставит? То есть я выпил, чтобы просто вставиться. О-о-о, одежда. Так, мы движемся дальше, наш конечный немножко дальше, пошли. Одежда. О-о, опять грабли. О-о, одежда. О, одежда. О-о, опять грабли. Грабли. Наступите мне на... С новой песней Юрмала 2016. О-о! О, грабли! О-о, опять я нашла грабли. Дарья Рейн, выходите на сцену, будете петь. О-о-о! Прекрасно. Что же ты наделал? Классно в мороз идти, да? Мороз и солнце. День чудесный. Подожди, мы чуть не туда, мы отклонились от курса, нам вот туда нужно. Почему ты все время отклоняешься? От курса, объясни, пожалуйста. Ну, я просто отклоненная. От ты жизни. Отклоненная от жизни. Прекрасно прозвучало. У меня уже кофе почти... Нет, у меня уже кофе вообще закончился. Блин, а сейчас бы нашим персам термосок хорошего кофе. Угу. С этим, с ликерчиком. Угу. Тирамисушным, да? Угу. Эй, это не вспоминай. Это было бы... А пару маффинов? Нет. Блядь, я думал, стреляют. Твою мать, ты зачем стучишь по столу, когда я думаю, что я стреляю? Господи, у меня чуть сердце не ёкнуло, я думал, что так гасится. Это его такой именно ква-ква-ква. Стой. Слушай, я что-то нашла. Кого? Где? Там флаг. Факин флаг, мы немножко отошли от темы. Я знаю, но вон там флаг. Ой, а мне как бы есть надо 7%. Бежим. Может, у меня что-то есть? Что это, из клип? Нет, у меня ничего нет, поэтому бежим. Я думаю, это типа лагеря. У меня тоже патроны только есть. Так, тут рейнджеры. Я давай, беру ближнего. Я не смогу убить его нормально пилой. О, хорошо. А хотя попробуй. Давай одного лучшего оба возьмем. Не надо. Нормально, спереди, сзади. Убью. Ну, я тоже хочу себе скиллов. Не скилл не надо. Тебя просто убьют и все. Я об этом же говорю. Вот и все. Убьешь его? Достаюсь. У меня 22%. 25%. Падай, мразита. Мразита? Что ты выкакал? Патроны нахрен подавись. Я тоже патроны нашла.
О, снегоход, смотри, как хорошо, сейчас поедем. Олежа, Джейлдор. Я только что, вот, винтовку дайте мне. Джейлдор, смотри. Я не могу ее взять. Ты будешь брать Missing Space? Почему у меня Missing Space? Я взял это, все, успокойся. А я взяла патроны. У меня... На, возьми, вот у меня. 1% жизни. Поехали, иначе я скопаюсь. Наверху что-то есть? Я не знаю, сейчас поднимусь. Я поднимусь, ты лучше... У меня 1% еды, я не знаю, что мне делать. Бинокль, твою мать. Спускаемся, аккуратненько только. Шить. Понятно, я упала, сломала ноги. Поехали. Ой, блин. Тихо, поехали. Иди. А ты я села? Не, я не могу сесть. Как не можешь? Не могу сесть. Энтер, подожди, ну куда ты все? А может... Все, я умираю. О, так я твой лут могу собрать? Собирай, конечно. А как я... Собирай, конечно, собирай. Почему? О, я вообще в жопе мира! На почему самом... Почему у меня Missing Space? Воде. Твою мать, хоть посмотрю, что здесь. Тут деревня какая, деревушка. Почему у меня Missing Space? У меня же полно места. Нет, носить не можешь больше, по килограмм же учитывается. А так? Блин, а мне же интересно посмотреть было, что там за локация. Ты далеко, да? Угу. Подожди, что ну, ты... Ну, я сейчас пойду отдамся зомби, и все будет найсово. Может, ты действительно будешь отдаваться по чуть-чуть? Это так, знаешь, немножко пошло прозвучало, правда? Ты будешь отдаваться. Кошмар какой, тут такая кровавая баня была. Сторич мне нахрен сейчас вообще не упал ни в какую зюзю. Так, давай так, тогда да. Ты попробуй действительно ко мне... Где-то вот в этой области появиться. Правда, слушай, я, наверное, пойду на лесопилку. Подожди, а где я поставил этот бедрол? Подожди, где-то же рядом я там кинул его. Сейчас разве? Я да, конечно. Так, господа хорошие, жрать подан, давай. Он охеренно вкусно, блядь. Олежди. Что такое? Чё вы меня синхронно жрете, мрази? 30 секунд я жду. 30 секунд? Да ну его! Я подожду, но я же где-то рядом окажусь. С чего буду... ты взял? Потому что я бедрол бросал же. Бросал где бедрол, ты его бросал? Бросал бедрол я там. Ты помнишь, где ты его бросал? Где-то бросил я. Так. Где-то я его бросил, по-моему, и шел к тебе. Хотя давай отреспавнимся. Чё, Олеж? Я хочу просто... Я ж тут слушаю. Что туда спальник кинул? Ебаклюя. Так где ты появился? Я появился возле Quick Creek. А, так хорошо. Стрим. Возьми снегоход и гони ко мне. А, давай. Видишь, на карте есть две таких, как прямоугольничка по цену, ну, вот где-то часов на 6. Вот я туда иду. Два прямоугольничка? Они никак не обозначены, но, видимо, это здание. Я потом пытаюсь добраться. Сейчас, подожди, я же хочу понять, куда мне сюда ехать. Нет. Я, насколько помню, на снегоход можно вдвоем было садиться, не? Почему-то я не могла к тебе сесть. Может, перевес? Очень смешно. А, кстати, знаешь, что такое у нас эти прямоугольнички? Что? Это наша лесопилка. Да, вижу, я уже тут. Ты уже на лесопилке? Угу. Так, а я к тебе еду, но я, конечно, еду как какой-то инвалид. А там шмотки были, да? Ну, я часть твоих шмоток взяла, часть мне просто уже не нужна. Мне нужна просто шапка, штаны, футболка, носки, трусы. Ну, то есть то, что поможет мне согреться. Если я найду что-то такое, так я приехала. Чудненько. Я вижу. А, это не ты, это зомби? А это зомби, да. А ты-то думала, так, что... Так, я сейчас лезу. Подожди, давай стопчем. Так, а ты, Вась, там должны были вещи отреспауниться. Да, вот я и пытаюсь лутать их. Так. Сачок давай наебнем немножко. Так. Вот, я штаны нашла. О, шапка. Отлично. Ну, я что-то нихера не согрелся. Вообще. Иди сюда, тут штаны лежат. Сейчас, подожди. Я возле... Ты меня увидишь. Я на бревнах. Я внутри, я лутаю большой дом этот. Ну, я не... У меня тут есть и штаны. Я... А, подожди, так я к тебе сейчас прибегу. Ты... Сейчас я убью только ублюдка, потому что я к тебе не зайду просто. Бинокуляр. Ублюдок? Хорошая тема, кстати. Ой, кто-то кряхтит. Это ты его согрел? Да, я его согрел. Тейп, так, это что у нас? Пленка, да. А, пленка. Изоля... Так, ты где? Ты на втором? Я вверху, да. Да. Бегу, у меня есть и штаны, и одежда. Сколько у тебя процентов жизни? 50. Ну так, может, ты ко мне лучше подойдешь, а не будешь бегать? Момент амора, подожди. На, иди с... так. Клей, иди... тут клей. Да что ты вредничаешь? Давай сбрасывай. О. На. Хоп. Я здесь брошу спальник. Бросай, кстати, да.
Во, мы согрелись, отлично. Хочешь клиент вернуть? Нет, не хочу. Это что было? Ты, я положила спальню. Ты его заклеил. А ты вещи одел? Одел да, или да, тебе да, не да, надо? Да, я уже одет, все. Все, ты забрала с собой. Это правильно, если Олежка умрет, ты ему снова дашь. Да, пошли, там подожди, еще штаны. Подожди, ты клейм не нажала. Нажми F-клейм тут. Есть. Все. Так, подожди, у меня есть что-то, чтобы полечиться? А, есть. 52, смотри, жизни восполняются. У меня 23, 28 уже точнее. Нет, Олеж, прости, пожалуйста, мне придется порвать. А у меня жизнь не пополняется, кстати. Может, ты просто везунчик? Может, я просто Брейн. Там штаны были. Пошли, Олеж, пошли, пошли. Пошли вниз, а то мы тут топчемся, мы же здесь уже были. Ты так прям раскомандовалась, такой ВЗЗ. Так, шоколадки. Э, ты чё рычишь? А, это ты уже? Нахрен ублюдочный. Шатал я тебя и всю твою, как говорится, родню зомбятскую. Ну, давай еще раз попробуем сесть. Ну, давай, сейчас тут упырина за мной убежался. Так ты убей его. Что это было? Чё тебя так сканаёбило-то? Может, ты его возьмешь? Да уже взял, считай. Есть? Да. Ну, давай попробуем, но... Только на одного, что ли? Угу. Не могу сесть. Ну, ты едь, а я буду бежать. А ты не можешь сесть? Нет. Ты тоже не можешь. Хорошо, пошли. Уже темнеет, кстати. Куда? Я правильно еду? Да. Классно, Дашулька. Классно. Как истинный джентльмен. Я только хотел сказать, что ты просто настоящий джентльмен. Да, катайся, катайся. Ты, главное, едь, сколько ты проедешь. Меня скорость я почти на максимум развила. Фига себе ты уехала, 18%. Ты забыла тут кое-кого. Я тебя не забыла. Ты, не забуду, Олежу. Не забуду, мать. Мать родную. Я сейчас поем. А, я не могу поесть. Ты бежишь? Да нет, нет, лег полежать. Мало ли, вдруг она назад вернется. Я вообще-то осматриваю окрестности. А, вот это как называется. А когда шопиться ты идешь, ты осматриваешь окрестности. Ты сейчас довредничаешь, и я тебя перееду. Ну ничего, будешь хилить еще раз. Подожди, нам вообще-то мы чуть-чуть не туда идем. Надо как-то вот тебя вот туда. Так заскрин... Тихо, тихо, тихо. Я хотел заскринить тебя для превьюшечки. А ну давай, давай. Я давай чуть повыше и развернусь к тебе. Не, разворачиваться не надо, я добегу. Мы практически прибежали. То есть наша цель на этот ролик — добраться до этой локации. Да, я хочу посмотреть, карта, что карта, кстати, больше, по-моему, чем этот ваш... Ё-моё. Что ж... Вот, ну что, как я тебе? Убери только нож, чтобы я четче выглядела. Ой. Ты очень четкая. Поехали. Куда рыб плеткой? Что сейчас было? Что-что? Не, ничего-ничего. Вот нам сюда. Слушай, а здесь... А, это не следы. Нам нет, не туда, а туда. Сюда, да. сюда. Я может, думаю, что там мы добежим и сделаем привал. У нас как бы такая, видишь, серия, как в Miss Created. Добегаем до точки и сохраняемся. И остаемся. Слушай, а вон там постройка есть. Частная, по-моему. Где? А вот, смотри, иди ко мне. Все, у меня? Олежа, о, все, Олежа, ноль. А ты где, Олежа, сейчас начнется. Олежа, знаешь? А ты где, скажи, пожалуйста. Спокойно, спокойно, Олежа, спокойно. Лоза-то где? А, вижу. Вон. А там тоже, кстати, какая-то постройка была. Вот я тебе о ней и говорю, пошли посмотрим. По-моему, мы говорили о разных постройках. Тебе так не кажется? Вон там, вдалеке построй. Ну, я же говорю, про разные мы говорили. Чего? Только ничего, что мы бежим немножко не туда. Я знаю, посмотрим, пойдем обратно. Любопытство. Знаешь, чего не хватает в этой игре? Следов на песке. Ой, на песке, на снегу. Я думаю, тут типа эффект, что оно быстро заносится. Прикиньте, это чей-то выходит, домик. Выходит лалка, тух-тух, и все. Поэтому может... И ква-ква-ква. Может, не надо было лезть? Ну, только посмотрим. Я знаю твою, только посмотрим. Ну, Шуля, давай в расте все двери повыбиваем. Повзрываем все сишечками. Нормально, чего ты? Олеж, это чья-то постройка, она не несет. Все, почапали, попиндюхакали, давай. Вот туда. Вот куда показывает моя пила? Ты же не пила вроде. Подожди, вот ты не туда идешь, у тебя опасный компас. У меня как раз компас... Муа! Персик! А ты вот куда-то, я не знаю, куда ты идешь. Вот сюда вот. Все нормально, вот, мы практически пришли. Мне просто интересно, а прикинь, там ничего интересного. А прикинь, погода сейчас испортится, и ты опять умирать будешь. Ты можешь представить, чтобы она была хуже? Я вижу светящийся... Ну, в смысле, костер горящий. Угу. Может, нам сделать костер? А смысл? Он не греет. А смысл от костра, который не греет?
А я не знаю, свет озарил мою больную душу. О, смотри, рогатый. Давай попробуем убить его. Давай, может, я на корточку, может, как-то присесть, может быть. Z, X. Z, давай, Z, присядь. Может, присядь, Дрошулька? Да не убьешь ты его. Тебе не жалко ли? Я вижу еще один костер. Слушай, тут уже кто-то побывал до нас. Это очень дальняя локация. Мы сюда целую серию шли. Пирожок нашли. О, тут какая-то табличка. Крытые какие-то, смотри, штуки. Ого. Эй, твою мать. Ты не туда идешь, иди ко мне. Я увидела, я хочу понять, что это. Куполообразная какая-то хрень, смотри. Подожди мне, пожалуйста. Мне оно, знаешь, что напоминает? Оно мне напоминает ботанический сад. Может, это какие-то тут биологи? Слушай, прикольно. Сидят. Какая-нибудь исследовательская лаборатория, где человечество давай изучает вирус. Давай внутрь. Блин. Твою мать, стой, сука. Сучёныш, там, по-моему, лут есть. Это разбивается? Ну нет, это же стекло. Смотри, тут тоже эти зараженные зомби. Вижу. Причем их много. Слушай, это реально похоже на ботанический. Ну, ты будешь с биологом спорить. Тихо. Что у тебя выпало? Пейнкиллер или кто-то выпал? Давай зайдем, наверное, посмотрим, что там. Давай в первую или в какую зайдем? Да в любую. Выбирай. Блин, класс, давай в левую. Пошли классная локация, кстати, по да? По часовой стрелке. Я еще этого зомби возьму, давай. Камеры стоят. Или давай следующий. По идее, тут должно быть тепло. Нейлзы. А какая разница? Мы же в шапочке, у нас ушки согреты. Шапка, да, кстати, решает, я тоже заметил. Шапка порешала всех. Чуваки. Шапка-порешалка, да? Чуваки, шапка порешала. Что там у нас лежит? Metal scrap. Scrap metal. Твою мать. Нейлзы. Нахрен мне metal scrap, скажи, пожалуйста. Ну нахрена оно мне надо? Чтоб было. Чтоб было до хрена, скажи еще, да? Да. Чтоб ты потом начал говорить, да шо ли, а ты столько с собой носишь? Слушай, отреспаунились зомби. О, печалька. Давай помогу тебе. Не надо, ну... Ну, убьют тебя, и ты будешь вредничать. Ты понимаешь, что ты можешь по мне попасть? Я не попаду по тебе, не очкуй. Слышь, ты мудак. Ты дохнуть собираешься? Он-то по мне попадает, а я по нему нихера. Это что, валяется? Metal scrap, мне неинтересно. Давай сюда за... Это кто-то домик уже построил. Залочил вход, представляешь, ублюдок? Как ты мог? Мудак, а может разбить можно? Ты можешь... Не, разбить-то можно, но я не знаю, сколько бить надо. Свинство, пошли вот в эту. Вертолет, смотри, а прикинь, летает. Леш, я тебе говорю, в таких играх не будет летающих вертолетов. Слушай, я дохнуть начинаю. От чего? Тут радиация! В смысле? В прямом. Не, ты гонишь. Ну, я тебе говорю. О, витаминки нашел. Я тебе дам витаминки выпить. Сейчас быстро. Что быстро? Быстро. У меня 8%. Ой. А я закинулась. Дай мне еще. Держи. Я умираю. Я просто умираю. Быстрее, 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 быстрее. Я не знаю, помогут ли. Все равно закончим здесь тогда. Ой, чуть-чуть лучше стало. А я иду. И получается, я просто начинаю умирать. Да что ли, где ты? Идем, иди сюда. Идем сюда. Сейчас посмотрим, да. Слушай, это жесть. А есть у тебя радиация? Нет, у меня радиации. А, есть, 97%! Твою так это, мать. Наверное, это норма, по-моему. А, норма, да? А у меня было 87, до 87. Нет, 97 это как раз нихера не норма. Если вон зомби. Приходят. Так, это еще один идиот. Голый зомби? Да. Тут над ними, видимо, опыты проводят. Вон еще один. Представляешь? Слушай, это голый зомби. Тут два голых. Слушай, бей его давай, во. Убивай этого и закончим здесь, я думаю. Да, я тоже так думаю. У него подмышки были... У меня 3%, Олеж, всё. Ой. Падай, гниль. Все, помер. Так, подожди, пожалуйста, я хочу посмотреть скиллы. Может, я хоть что-то могу себе качнуть. А, 28. Exercise. Overkill. Great, это мне не даст. Так, я тоже прокачал немножко. Лодин. Это и это, наверное, качну. Фига себе. Паркур, дайвинг, зачем мне это нужно? Так, ну эксерсайз еще. Да что ли, будем закачивать? Конечно, потому что у меня нет ничего, чтобы подлечиться. Жопа какая. Ладно. Это полная попка. Я думаю, здесь закончим. Такая вот серия была. Мы пришли в какие-то исследовательские лаборатории. Не знаю, что это. Ужас какой. Все, ребятуш, увидимся, услышимся. Все, всем пока-пока.